Ты там живой? Ну чё, как ощущения? Ну ты занос там вошел. Короче, угарно получится. Я не знаю, как тебя там было видно, но это было круто. Ну, мы можем дальше проехать, если хочешь. Серега, смотри, момент какой. Передаем управление вот этому вот. Покажись, Мишань. Вот этому человеку. Если что, он берет на себя всю ответственность на вашу жизнь. На себя, его да. Его никто не заставляет, он это делает добровольно. Миша, ты прав. Все. Сегодня увлекательный день. Ну что, Мишка? Гоу! Он что-то... Да! Хер знает, какой водитель. Короче, бригада смертников. Отряд самоубийц. Да. Надеюсь, нас будет хорошо видно. Потому что... Я Мишана не вижу. Не видишь? Серег, Мишан живой. На месте? Он живой. Еще все. Жив. Оператор сзади передает, что он еще жив. Это довольно-таки неплохо. Да. Тут сильно не гони. Там будут столбы. То есть мы там... потеряли его. Все. Так. Сиди, сиди. Что-то пошло не так. Не умеет. Тебе самому понравилось, когда ехал, а? Нет, да. Ну там нормально. Опа, тихо, Мишка. Прям по мне врезал. Все. Когда коленка не стояла, кстати. Поехали. Ладно, пусть. Бля, что там тебе было? А там сейчас... нож валялся. А, ножик. Вот это ему сейчас будет, блядь. Смотри, какая. О. Ты снимаешь его себе? Да, я его снимаю. Все, отлично. О, пошел ты, на куда тебе, блядь, больше-то? Так, снимаем, что там. О, блядь, ебать, ебать. Вот это было круто. О, едет, а вот дает мужик, блядь. Ну что, он получает удовольствие от жизни. Молодец. Правильно делает. Я не знаю, что ему жениться охота. Вот так женится. Во, въехали в Ивановскую область. Это же Ивановская область? Да, вот эти столбы, это Ивановская область. Когда ты будешь смотреть это видео, я хочу тебе сказать, что если ты женишься, вот так ты уже не покатаешься. Вот едет, смотри, что делает. Я вижу, это у меня отражение в телефоне вот. Так, мы его теряем, он уже на спине хуярит, вы что? Все, бросай. Че, все, тихо. Он сам, блядь, бил. Че там, живой? Жив, цел. Ну чё, ты нормально? Я встал. Я хотел встать, я встал на кончике. Мы уже в Ивановской области. Здесь как раз вот граница областей. Сейчас вон там он, по-моему, еще. Или нет, все уже, мы все шлагбаумы, да, ведь проехали эти. Ну вот что там по краям стояли, это... Ну да, мы в Ивановской области. С чем я... Всех и поздравляю. Ты, да. Миша, на линолеуме въехал в Ивановскую область. Да ладно. Так еще в нее никто не въезжал. А запах-то какой? Я уже въехал, да, не... Ну вот ты видел, вот там эти столбы такие были, что-то типа шлагбаума. Ну, да, это вот граница Ивановской и Владимирской области. Хочешь так или хочешь? Нет, не хочу.
хочу. Пока с налоговой не разберусь, не хочу колесо снимать. Орёт сюда, блядь. Что-то орёт. Ещё. Ну втопи, раз он ещё просит. Берёт за крупом. Ты его, Серёг, снимаешь? Ага. Что-то орёт. Ещё. Ну втопи, раз он ещё просит. Берёт за крупом. Ты его, Серёг, снимаешь? Ага. Все, мы его потеряли. Потеряли? Все. Нормально, чё. Сейчас откроем. Чё открыть? Всё, Багажник. Накатался. Всё. Филяндина. Филяндина, которые Ивановская область, церковь, Филяндина. Церковь так ее уж давно обделали, ты я не видел? Я так не видел. А. Он собирается все подряд. Я думал, ты тут был. Я был за летом. Я еще не отделал, весной. Да ты чё, она давно отделала. Вот так, именно в таком. Да, месте. Да. Уже машина. Она давно. В нем есть все. Даже земля. У меня же видео есть. Это маленькая мысль падает. Но она падает чистая. Мы вот здесь машину тогда бросали, вот, за поворотом у церкви. Вот, у этого дома. Тихо, собаку раздавишь. Вот здесь можно развернуться, по идее. Давай дальше посмотрим, что там есть. Просто интересно. А, ну если ты тут не был. Там телефон есть. Карточку? Он работает, да. Сколько, как ты думаешь, сколько здесь народ живет? Я не знаю. Ну вот, человек 200 так живет. Да ты чего, блядь, мешай? Больше? Меньше, блядь. Вот там уже на озеро, куда сейчас ты повернул. Но я не знаю, как там потом разворачиваться, где собираешься. Ну, куда ты едешь-то? Хочу посмотреть, что дальше. Смотри, какая красота. Мы так не покатаемся, сам меня торопил. Да покатаемся, что ты переживаешь? Я не работаю. Тебе во сколько? 20 ночи. Не, реально тут прикольно, смотри. Ну, нормально. Часиков 5-6 домой приехал. Прикольно. Не, дорога, смотри, какая четенькая, бля. Здесь и летом-то она неплохая. Ну, летом ты тут точно на машине не проедешь. Почему? Ну потому что мы тут летом ходили, мы знаем, какая тут дорога. Именно здесь ходили. Но мы почти по этой дороге шли. Ну не по этой же дороге, она ну чем-то... вот посмотрите видос у меня по вылазке в Заозерье. Как-то надо разъезжаться. Надо вот здесь как-нибудь, блядь. Вот здесь что ли, блядь. Да, блин. Так, встали. Ни хрена. Ну чё, все, проедем? Не знаю. Он-то проедет. Он-то проедет. Куда? Сюда? Туда, да? Блин. Вот так вот. Кстати, ляпнулся. Езжай, езжай. Все, стой, ничего не делай. Вот вещь, блядь. Вот это техника. Вот это да. Очень надо. Блин, чтоб зануло так понесло. Да.